такое ощущение, что в Египте такси, вот это синее-оранжевого цвета, больше, чем обычных машин. Поэтому такси здесь очень дешевое, можно доехать за 1-2 доллара по всей Хургаде. Как вы видите, я вам записываю, едут только одни такси. Вот они вам всегда будут бибикать, бибикать. Весь общественный транспорт Хургады состоит из вышеупомянутых такси и вот таких вот белых маршруток, которые ездят по всему городу. Указатели на них все на арабском языке, так что ничего не понятно. В этой маршрутке всегда битком народу. Сейчас я вам запишу видео, сюда вставлю. Стоимость проезда составляет где-то 2,5 египетских фунта, если из соседних районов. Ну, то есть 2,5, максимум 5 фунтов. То есть это где-то 15 рублей. Народу здесь очень много. Это что-то типа нашей газели, но здесь еще есть дополнительные сиденья. Причем надо всегда просить, чтобы выйти. 2,5 фунта, даже еще меньше. Я вот всегда езжу из Каусера до Шаратона, 2,5 фунта. Вот на таких маршрутах я постоянно езжу из Каусера в Шаратон погулять и обратно. 2,5 египетских фунта. И, допустим, на Шаратоне пересаживаюсь, езжу в Дахар еще 2,5 фунта. Просто мне из Каусера неудобно, маршрутка всегда полная. То есть до самого края Хургады таким образом я заезжаю за 5 фунтов 25 рублей. Есть такие маршрутки небольшие, есть такси. Сейчас я вам дам лайфхак, как торговаться с таксистами. Смотрите, здесь работает Uber. Если не хотите торговаться с таксистами, поставьте приложение Uber. Посмотрите мое видео, как включить сотовую связь. Сотовая связь недорогая, за 5 долларов можете, за 6, за 7. Подключите себе симку с таким количеством гигабайт, сколько вам нужно. Я, так как здесь живу долго, включил себе симку за 12 долларов 28 гигабайт. При выходе из аэропорта можно сразу же подключить сим-карту с интернетом. Вот у меня работает уже через 5 минут. Тут сами выбираете тарифы, сколько вам гигабайт нужно. Я взял 25 гигабайт за 12 долларов, так как буду здесь точно больше месяца. Поставьте интернет. И поставьте Uber. Uber будет вам давать цены, иногда даже эти цены будут 1 доллар, иногда даже меньше, например, доехать из соседних, ну, из соседнего района недалеко. Вот. Вы можете ездить по Uber, но кто хочет сильно торговаться, если таксист останавливается, он вам называет сначала цену для туриста, который выше Uber. Когда вы говорите «я Uber», я понимаю, он вам называет цену примерно такую, как Uber. Когда он понимает, что вы здесь живете, я говорю «I live here, I know prices», он вам может назвать, и вы с ним можете торговаться за цену даже чуть пониже, чем Uber, но придется поторговаться. Честно, мне неохота торговаться, не все еще так знают английский, плоховато. Я просто езжу по Uber, да, понимаю, что переплачиваю, но, условно говоря, я заплатил 1 доллар, а можно было доехать за 80 центов. Ну, мне не хочется этим заниматься. Опять, если вы, конечно, вы очень часто ездите на такси, то это будет существенной экономией. Я вот езжу на маршрутках, на такси в основном езжу вечером. Или тогда, когда мне надо срочно куда-то. Смотрите, вообще таксисты обязаны включать счетчики. Но даже тем, кто местные здесь живут, их заставляют включать этот счетчик. Кого-то он вдруг не работает, кто-то начинает ныть, что были пробки. Вот такие пробки, и когда просят счетчик его включить. Поэтому, честно, если включить счетчик, будет чуть меньше Uber. Вот, но мне просто, не хочется с ним 3-4 минуты заставлять его включать этот счетчик, поэтому я езжу на Uber. И потом у одного он будет не работать, ждать второго. Если вы хотите поехать в другой город, если на дальнее расстояние, например, в Каир или Люксор, вам надо доехать до сервиса GoBus. Я как раз сегодня поеду, там покупал билет, оттуда поеду из Хургады в Каир, в Гизу. На таких автобусах можно доехать до Люксора, до Каира и в другие места Египта. Два билета из Хургады в Гизу и из Гизы в Хургаду как раз по 200 фунтов. Это по 1000 рублей, то есть туда-обратно получается
Ну, может быть, и больше спросите, смотря во сколько вы возьмете. Ну, люди говорят по-английски, так что спокойно можете пообщаться. Смотрите, билеты можно взять также на сайте go.bus.com, в интернете. То же самое, как я сделал на станции. Просто если вы едете в первый раз, я из-за чего взял на станции, чтобы понимать, откуда я поеду, на каком автобусе я примерно поеду. Вот смотрите, на сайте есть разные классы билетов. Deluxe плюс, стандарт Deluxe. Вот есть классик, это самый убитый автобус. Он, конечно, самый дешевый. Ну, допустим, вот смотрите, классик стоит 185 фунтов до Каира, а, допустим, стандарт Deluxe или Deluxe Plus, ну, то есть чуть-чуть повыше классом, 235, я вам советую, не экономьте эти там, если разница небольшая, 50-60 фунтов, все-таки, особенно если вы ночью едете, да и днем, лучше доедете на более комфортабельном автобусе, так как ехать все-таки 6 часов. Вот, допустим, там есть разница вот, между стандарт Deluxe, Deluxe плюс, вот она большая, может 200 фунтов, от между классиком и, допустим, следующей категории разница 50-60 фунтов, ну, лучше ее не экономить и взять подороже билет. Есть еще Дахар, это конечная станция всех маршрутов, там Дахар, это местная локальная автостанция, откуда, например, вы можете доехать до близлежащих населенных пунктов. Например, из Дахара я ездил недавно из Хургады в Эльгуну, который расположен 20-25 километров. Автобусные станции, откуда отправляются вот такие же маршруты, которые ходят по городу, до близлежащих населенных пунктов, например, я сейчас поеду в Эльгуну, находится в районе Дахар, где живут местные, недалеко от овощного рынка. Вот такие вот автобусы, они могут идти покомфортабельнее, чем обычная белая маршрутка. Билет до Эльгуна стоит 55 рублей. Вот и все. Ну, метро, естественно, никакого в Хургаде нету. Подведем итог. Такси очень дешевое. Если вы хотите ездить на маршрутке, надписи нету. Вам нужно именно сказать, куда. То есть спросить у человека Каусер, Дахар, Шаратон, Шерри-стрит, чтобы не уехать ни в том направлении. Никаких надписей на английском языке нет, никаких номеров маршрутки нет, только спрашивать. Еще раз спросите пару раз, чтобы уточнить, и не уехать вообще неизвестно куда. Еще какой момент, поставьте карту Maps.me, если вдруг уедете не туда, заблудитесь, чтобы вам понять, где вы находитесь. Опять, если заблудились, вызвали такси, забили, даже по Uber забили нужный вам адрес. Вот чем еще хорош Uber, чтобы не объяснять таксисту нужный ваш адрес. Допустим, если вы едете не в известное место, а куда-то к друзьям, к знакомым по конкретному адресу. Вот еще в этом случае тоже удобнее использовать Uber, чтобы не объяснять таксисту и не мучиться на ломаном английском, русском и арабском языках. Заблудились, вызвали такси по Uber, забили адрес, который вам нужен, и доехали до своего места. Ну что, с вами был Борис Соколов, сайт visasam.ru. Надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, нажмите здесь кнопочку подписаться. Здесь я вам на этом канале даю лайфхаки, все советы, секреты о самостоятельных путешествиях, эмиграциях, жизни за границей. Как вы видите, видео я записываю не из туристического офиса, как турагент, туроператор, а именно с места событий. Сам езжу на этих маршрутках, на такси, вызываю Uber, покупаю билеты с Хургады в Каир и все это вам записываю. Ну все, до встречи в следующих видео. Пока-пока. Да, нажимайте кнопочку подписаться. Пока.